происходит? Мы, наверное, нашли дзен. Я не уверен. Но я это мантра. Пум-пум-пум. Так, прекрати читать непонятные мантры. Прекрати сходить с ума и давай начинаем игру. Да, ребята, мы... С самого начала мы играем сегодня Street of Rage 3. Так, давайте вы с настроечки. Да, хард, да? Нет? Нет, я решила все-таки писать изи. Так, вроде все. Да, будем смотреть. Надеюсь, мы нашли дзен. Нас вроде бы слышно, видно. У нас вроде прекратились фризы. И с хорошим настроением. Мы вернемся. С нашим и с вашим. Да, мы начинаем игру заново. Надеюсь, теперь нас ничего не будет отвлекать. И мы пройдем ее. Да. Надеюсь, прям вот дзен. Да. Я играю. Как... Кстати, я играю новым персонажем. Он появился. Ты выбрал. А, все. Да, он появился только в третьей части. Да, мы начали говорить, потом заметили проблему у нас, да, и мы немножко отвлеклись, ну как немножко, сильно, наверное, отвлеклись. Теряли кучу времени. Да, от игры, но надеюсь, завтра. Завтра, надеюсь, сегодня уже ничего не произойдет. И сегодня, и завтра, и в будущем у нас будет прекрасная картинка, прекрасный звук, и вам будет интересно наблюдать за нами. Да. Ты уже, кстати, как-то сильно получаешь. Да, да, потому что, мне кажется, они стали сильнее бить. Если, кстати, кто-то... Воу, прилетел. Видал? Да. Кстати, а ты говоришь? Панки, кстати, стали женского пола. До этого только были мужчины которые, в уточках которые с были... Бэтменом. Похоже на черепашек-ниндзя, да? Не, по-моему, не, наверное, была летучая мышь, как Бэтмен, да. Да, но когда они зелененькие, кто-то получать начал. Кто-то получать начал, да, я как-то... А, я... Как-то, наверное, избавиться можно от того, что меня захватили. Наверное, как-то можно. Просто мы еще пока не в курсе, как... Не в курсе событий, да? Так, по поводу геймплея. Да, здесь добавили, по-моему, суперудары, быстрые перекаты, то есть улучшили динамику игры, перерисовали некоторых персонажей, добавили новых. Ну вот я играю, да, новым персонажем. Еще есть персонаж на роликах. Вот. Маленький ребенок с большой вроде скоростью атаки. Да, но он слабенько бьет, насколько... Мы, наверное, ну мы не посмотрели, я даже не посмотрел, кстати, его характеристики. Ну, я так понимаю, что мы когда вчера, нет, позавчера мы играли во вторую часть, и ты играл таким большим, здоровым дядькой. Да, этого дядьки уже нету. Его почему-то убрали, да. Мне, кстати, он реально понравился. И я, в принципе, люблю именно... таким здоровяками, орками, как бы, играть там, чтобы прям, если вот ударил, так ударил. Так, снизу не вставать. Так, понял. Что я хотел сказать. И вот он был достаточно медленным персонажем. То есть у него скорость атаки была медленная, но бил он, ребята. Во-во-во. Да, очень сильно. Поэтому, исходя из этого, предполагается, что этот мальчик, который очень высокая скорость атаки, но он все-таки, наверное, будет слабо бить. Но пока не поиграешь, ты не узнаешь, не знаешь, да. Да. Так, сейчас, как я понимаю, будет выход на следующий уровень, да? О, вау, тихо, да, тихо, это же, это босс. Это, наверное, мини-босс какой-то, да? О, быстрый перекат, если надо пользоваться. Надо пользоваться быстрыми меня перекатами. Убили. Уходи. Видишь, я его... Уходи, дверь закрой, да? Так, ну... Так неинтересно. Нет. Ну как мы с тобой? Опа! Он меня бросил! Он меня убил. И меня. Поэтому я должна его там сидеть как башню. Которые бросили.
кстати, мне нравится новая окраса твоего белья, одежды. Одежды. Белья-то, слава богу, не видно. Ну вот в тот момент, когда ты прыгаешь. Не видно. Можно что-то, наверное, увидеть. Ну фу, нет, конечно. Кстати, у тебя этот появляется шар, когда ты берешь оружие. Да, я, по-видимому, наверное, что-то могу с ним делать. Кидать, резать, бить им. Кидать... Использовать по назначению. Я, может, лампочка? Электрическая лампочка. О, я... Ты электро, да? Да. Зам. Доктор Зам. Так. Это какой-то киборг получается, в общем. Тебя нет, да. Это... Ну как, смотри на его руки. Мне кажется, это Шварценеггер старости. Киборг. Он уже постарел, но мышцы все равно остались. А что, похоже вроде. Так. Я дядей больших кидаю. А ты заметил, толстяки теперь не только летают. А, они пока они еще не летают, но они умеют квакасы, как панк. Помнишь, мы с ним прям смотрели, короче, когда он попал в деревню квантом, да, и да, они своим учили да. Кататься. Перекатывать, скатываться. Так, я покушал. Не успел перекатиться. Ай-яй-яй. Так, их надо бить. Ну, вообще, да, их разбивать, зарабатывать очки, зарабатывать жизни. Так, сейчас они сзади нападут. В очки. Так. Мое тело. Да забирай, пожалуйста, мне не жалко. Ах, я ж хотела прыгнуть, чуть ли не сработал прыжок. Ребят, а кто из вас играл в третью часть? Кому какая часть больше нравится? Первая, вторая или третья? Ну, пока мне реально нравится вторая часть. Вот сугубо мое личное мнение, как я люблю говорить, да? Ну, это немножко некрасиво высказывание, это масло масляное, но тем не менее понятно. Да, ну пока что мне нравится вот вторая, она какая-то живее, быстрее, да, мне наверное, кажется. Да, наверное, да, все-таки реально вторая побыстрее. Часть. Третья пока, конечно, да, есть... Непонятно еще что. Нет, ну, есть, конечно, изменения. Есть суперудары, перерисовка, но... Суперудары и второй части были. Но как-то все равно пока вторая ближе. Действительно, ну, мне это кажется, только начало. Как-то тут все медленно. Нет, на самом деле это кажется. Мы в прошлый раз так же играли, просто, может быть, чуть больше, чуть меньше было брать соперников, скажем я так. Не знаю. Но я не сказала бы, что... Как-то медленнее. Или мы просто, может, уже привыкли к темпу? Да, скорее всего. Потому что во второй части был просто трэш. Трэш. А мне кажется, нам кажется, игра медленнее после того, как мы поиграли в Марио. Когда мы летели напролёт, да. Нет, а представь, если мы будем играть с Соником, что с нами вообще будет? Ох, Соник. Так. Ну ладно, отпусти меня, пожалуйста. А, ты смотри, ты можешь... Короче, если друг друга мы захватываем, то мы при нажатии на прыжок мы делаем суперудар. Типа. Не подходи ко мне. Оп. Чё-то он вообще с такой... Я забыл ругаться нельзя. Вот смотри. Прыгай. Видишь? И ты могла еще в прыжке удар нажать и еще ударить. Да. В первой части, по-моему, там вроде... когда мы ловили друг друга, вот, да. Мы просто друг друга перекидывали, а теперь мы сами можем летать. Кстати, я научилась перекидывать. Ну, летать, кстати, может быть, во второй части можно было, но мы не попробовали. Пробовала. Я и через удар, и через прыжок пробовала, но ничего не получалось. Это изменили уже во второй, возможно, а может быть, только в третьей части. Я вот что-то, кстати, не... Вот, конечно, это соперников было намного больше, мне кажется. Может быть, это пока второй уровень? Тут только уровень. Вторая часть также медленно набирала обороты. Нам сначала казалось, что это очень легко. Кстати, я нашел Человека-паука в женском одеянии.
Человек по убийском деянии, где? А вот сейчас ты увидишь. Вот, смотри. Вот, видишь, с барышня. Да, мои любимые. Кстати, это переработанные девочки. Менты. Полицейские. Ну ладно, ладно. Полицейские. Да. У них фуражку отобрали, они покрасились. Да, и форму убрали у них. Теперь они. И у них другое оружие. Раньше они с хлыстом ходили. А это вроде. А что, хлыст вроде даже? Ну, нет, кнут, это кнут у них. Цепь, был. Цепь, наверное. А это даже не цепь, наверное, а. Ой, на этом боссе мы остановились, да? Так. Вау, вау. Так, сейчас, давай разберемся, как его в принципе бить. А, кстати, по поводу суперудара, что-то у нас есть, если нажать? Да, да. Суперудар. Так, так. Ага, так. Я поняла, все. Так. Ага. Так. В принципе. Ну, в принципе, ты его там зажал? Да, 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 да. Я там его долблю. Не даю встать и прыгну. Ну, это, конечно, не особо интересно, но для прохождения. Любой способ. Хорош, да? Ты тоже его хочешь пару раз ударить? Давай, пожалуйста. Опа. Ну, получилось, что он ударил меня. Смотри-ка, прям комбо-вомбо. О, как мы его... Комбо-вомбо такое, да? Кто-то еще... Йоу. Его спас, этот человек. А, это, кстати, еще во второй части. Летучий голландец. Да, он такой противный был. Так, ну, глянь, мы неплохо прошли, конечно. Мне надо жить меньше, чем у тебя, но... Кстати, неплохо. Да. Английский знаем? Не знаем, не будем, да? Не будем. Не будем. А грустно. Об этом, да. Не, ну, если было бы, конечно, по-китайски, мы прочитали бы. Ребята, игра американская. И нас... Ничего с этим не поделаешь, да? Так, ну, у нас второй уровень. И по-моему в этой части вот что меня смущает, это то, что они очень много нарисовали декораций. Если в первой части это были, как сказать, ящики, стоящие на переднем плане, то сейчас это. Ой, меня переехали, сейчас это какая-то сверкающая задняя стена, это какие-то знаки вперед, назад, которые очень отвлекают. Ну, для этого и создано было, чтобы... Да, вот это, конечно, мне немножко не нравится. Вот, меня кинули. Так, тут что-то какой-то трэш-угар. Все-таки, наверное, когда игра создается, первая часть, да, она, наверное, самая интересная. Ну, иногда вторая версия. Не, а ну когда... почему? Когда некоторые части перерабатываются, они становятся иногда лучше. Но иногда они слишком легко перерабатывают, слишком изменять. То есть ты считаешь, изменять. Вот это зря сделали? Я думаю, да. Ну смотри, вообще не видно. Конечно, да, но повышается уровень сложности. То есть... Но я не думаю, что это нужно было делать. Не, ну аура, что мы в трехмерном мире, там, что-то происходит. Ну нет, все равно видно, что это двухмерный. Не, ну... Не, ну да, может быть, я сравниваю с современными играми, конечно. Современные игры там вообще не поймешь, что происходит. Не, ну почему же? Там как-то более все лаконично. Здесь все пестрит яркими красками, которые очень отвлекают. Вот я о чем говорю. Ну, на вкус и цвет. А как вы, ребят, считаете? Отвлекает ли данная декорация от игры, или они наоборот дают какое-то впечатление? Бережь. Ой, кенгуру! И твои любимые клоуны. Ага, это меня еще по морде долбанул. А еду ты... возьми. Ну, сейчас я попробую, конечно. Они добавили кенгуру, я кенгуру избиваю. Кстати, в этой игре, если я не ошибаюсь, можно играть за... Кенгуру? Кенгуру, да. Ой. Ну, по крайней мере, я так краем глаза немножко прочитал, и реально можно поиграть за кенгуру. Краем глаза ты немножко прочитал, но не краем глаза, наверное, все-таки двумя глазами. Ну, я так краем глаза. В полуприщуренном состоянии, да. Подожди, да. Мы отвлекаемся, надо хотят избивать. Это тебя избивает, я вообще стою и наблюдаю, что вообще происходит. На меня наблюдает кенгуру. Мне приходится избивать. На меня вообще никто не нападает. Нифига себе, видел, как оно крутится? Ну вот, пока мне... О, ужас. Не, ну вот,
Сложнее. Сложнее. Не знаю, не знаю. Либо с непривычки вы к тем уже привыкли. Так, ты их опять, как всегда, поймал. Любой способ. Забил их в угол, да. Ну, по крайней мере. Вау-вау-вау. А, это я. Ой. По крайней мере, мне кажется, жестче их бить. Так, давай станем рядом. Не будет давать им встать. Не знаю, получится или нет. По-моему, этот баг убрали. Да, они за пределами экрана, и мы их не можем бить. Нет, можем бить. Мне кажется, жизнь у них не уходит. Ну, давай проверим. Ну, вот я вижу, что стоит на том же уровне. Нет, тут ударил, да, ударил. Они же тоже там, ну, получается, это же спрайты, которые не могут подойти к нам, как бы, физически. Ну, так что, ну, надо пользоваться моментом. Не, ну, это, скажем так, не столько... Читерство. Баг? Наверное, какие-то баг. Ну... Наверное, это так не должно быть на самом деле, потому что... О! Дискотека. Вот тут, вот этот уровень мне нравится. Уже нравится. Я попал на дискотеку какую-то. Хоть в игре, да? Да, да, да. Это... Клуб? Клуб. С панками. Дэнс-клуб. Там дэн... даже дэнс, он мигает. Да. И, о боже, мои глазоньки. У меня все мельтешит перед глазами. Эпилепсия, сейчас заработаем прям. Вот о том и речь, что... Ой-ой-ой. Зачем? Ты внимательнее, внимательнее. Я стараюсь, я честно стараюсь быть внимательной, но эти... А вот, кстати, а вот и панки эти. Панки, да, но эти мерцающие шарики, палочки, я не знаю, как это называть. Эти лучи неимоверные. Подожди, ты не была на дискотеке? Там я на ней танцевала, но не смотрела. То есть ты закрываешь глаза, и что там происходит? И... Панки какие-то, драка идет, да? Ты улетаешь, ты танцуешь, слушаешь музыку. Улетаешь? Я в хорошем смысле этого слова. Ты наслаждаешься этим всем происходящим, да, и тебе, ну, и, как, не знаю, как другим, я часто закрываю глаза и просто танцую ради своего удовольствия. Но если на это посмотреть со стороны, как это все... Блестит, мигает. Ой. Не, ну а что? Не, нормально. Не, ну... Я бы, правда, в такой клуб не пошел бы, где панки такие. Где дерутся постоянно, где даже танцевать не дают, да? Да. Не, у нас, конечно, в городе есть пара клубов. Но ты как-то я не горю желанием, да? Особенно, прикинь, вот так с ножичком. Хлоп, кто-то пролетел, мне ты кажется, такой... Мне кажется, мы эту игру точно не пройдем, эту часть, потому что... Уж очень жестко. Ой, что это? Диджей вернулся. Меня убили? Тебя убили. Ты сильно отвлекаешься. Я же говорю, меня отвлекает. Отвлекают все эти. Понимаешь, быстрее их надо бить и уходить из этого клуба. Мне, кстати, интересно, в этой части будет море? В предыдущих двух было. Кстати, бита есть? Я нашел биту твою. Палочка, вручалочка, как я по тебе соскучилась. Так, главное, чтоб мне... Так, с ножичком. Да. Тихо. Да, что-то... Так. Немножко сосредоточиться надо. Да, ничего ж особенного. Ну, Спайдермен, реально. Так. Планк, мачете, я не знаю, что это. Мачете, это, наверное, вот эта женщина. Это электрика. Это женщина-электрики. Моя слева. Да забирай, пожалуйста, хоть двух, хоть трех. О, моя. Соточка, ты моя. Как это все мигает? Вот, она села, да. Да, твои любимые... Как там нам называли? Извращение, да? Нет, как их называли? Забыла. Такой коммент интересный у нас был. Терпила. Терпила. Вот, да. Я вспомнил. Как один наш... Хороший друг, да? Да, назвал их терпилами, и хватит так, возьми... терпить. А, ты жизнь пропустила. Я, да, думал, что они еще выйдут. О! Халява. Простите. Мои глаза. В клуб больше... Нет, смотри, из клуба в бар.
Нормально. А потом на море, да? А потом качка. Так, только не говорите, что это наши любимые спортсменки. Гимнасточки. Это наши гимнасточки, которые теперь стреляются чем-то. Да. Кстати, они, по-моему, на роликах... О, нет, не на роликах, не показалось. Так. Так, давай это я вот с одной стороны, ты с другой стороны, и все будет хорошо. Буду очень стараться, но они как-то очень жестко нас... У меня первый континуум. Да ладно. Представляешь? Я сама не ожидала, но... Ой. Не, надо просто уворачиваться и вот как-то уворачиваться, да, к ним подходить. Пока я вот начинаю бить, они вот либо хватают меня, либо... Ну, а я пытаюсь их именно поймать в этот момент. Вот, я один раз поймала, да, она начала прыгать, какие-то бутылками кидает. Какие-то током бьет, видишь, тебя убили. Да, да. Так. Так, по парам расходимся. Эй, деточка, не ко мне. Я хотела к ним в спине, они... Как они прыгают, прям как... Спасите, обезьяны-макаки. О, кстати, их можно в прыжке поймать. Кстати говоря. Да. Мне снова. Ты аккуратнее. Ох, я получила от себя люлей. Ну, я... Ой, я старался. Они еще и по вертикали. Да, я же говорю, они прыгают во все стороны. Так, короче, сверху от них реально можно убить. Когда они прыгают, да? Да, да, то есть ты прыгаешь и реально их бьешь, то есть халяву. Только они меня тоже бьют. Ну как, я вот успеваю. А я не успеваю, я не понимаю, как они... Вот, то есть вот я сейчас ударю. Мне, кстати, только уворачиваться от них. Но это не дело, потому что их все-таки нужно бить. Мы должны пройти этот уровень. Да, ну... Такой. Они, в принципе, да, и в первой, и в второй части напрягали. Были жесткими, напрягали. Да. Ну, не то, что жесткими, но напрягали, конечно. Да. Так. Они реально напрягали. Мне кажется, на этом наша игра с вами закончится. Нет, и мы так останемся барышнями. Тип-топ. Я по-тихому... Жунчик. Ай-яй-яй-яй. Или они тебя. Ну, вроде... В преддверии восьмого... О, я поймала одну! Ура! Я пару раз её ударила. Да, в жизни, конечно, они снимают прилично. Ну что ж такое-то? Они не то ли восстанавливаются? Нет, нет, нет. Не снимаю. Ура! Я... Нет, и она меня, и я ее. Что происходит? Ребята, что происходит? Расскажите нам, как бы их пройти. Может, есть какой-то секретный удар или какая-то фишка? Как их бить? Все будет тип-топ. Я одну ударила. Ай, вторая прилетела твоя. Ты близко подходишь, я не успеваю, ну, не успеваю следить за второй. Ну, я как бы на одной эксцентрирую момент. Они меня начинают раздражать. Вот почему только начинаю прыгать, они начинают меня бить током. Ну что такое-то, а? Так, я одну зажал. А это еще с ногами вытянуты вперед и что-то прыгает. Я не знаю. Так, нет, не зажал, она ушла. Господи, что с ними не так, ну? У меня скоро второй континуум будет. Так, там чуть-чуть осталось их добить. Ты держись. Денег нет, но вы держитесь. Счастья вам, здоровья. Мы, кажется, одну убили. Да, мы одну убили. Все, и вторую убили. О, боже, он... Аллилуйя, это было... Да, это было прям тяжко. Мне в тех уровнях... Не, в тех уровнях, в принципе, они также были тяжкие. Реально тяжкие. В версиях. В версиях, да. Так. Переводи. Линки... Я знаю это место, где не спят.
Так, здесь полиция, шериф. Аксель. Аксель, я знаю. Это вот он, Аксель. Так мы с ним и разговариваем там. А, то есть это... Мы, короче, все черное дело сделал, да? Короче, а он пришел просто поболтать, да? Да. Нормально. Но это все второй уровень. Это мы прошли только второй уровень, ребят. Ну, а сейчас еще... я вспомнил наших любимых. Блин, на каких спидах вижу. Ай! Ох, успела. Знаешь, кого я вспомнил? Кого? Этих. Как же их зовут? Скажите мне, я скажу, как их зовут. Буратино! Буратино, нет, не Буратино, вот как у меня это на руках такие штуки. Как их зовут-то? Ой. Из X-менов. Ё-моё. А, Росомаха. Росомаха, да. Кстати, бочку можно бить. Да, я знаю, но... Я уже вот так попробовал. Я хотела, но ты ее перехватил. Ну, я... Да, я попробую. Попробуй. Опа. Пойдем дальше. Ты где-то их видел, Росомах? Нет, ну мне просто по ощущениям, что они должны быть. Нет, они будут и чуть дальше, мне кажется. Я просто упала и потеряла, по-моему, жизнь. Да, да, там просто теряешь сразу жизнь. Я просто не заметила, у меня континуум последний, по-моему. Первый континуум? Кстати, я... давай договоримся, кто первый проигрывает, тот сидит на стуле. А, ну нет, походу я правильно сижу на стуле, я ж проиграю. Или наоборот, давай вот топ. Нет, неправильно, да? Ты правильно сказал, я прекрасно сижу на стуле. Нет, я-то могу сейчас поспрыгивать вообще. На этом игра закончится. Нет, ну нет, давай без этого. Не будем играть в поддавки и прочие игры. Ну я сказала, ну зачем? Блин, у меня континью. Да, вот о том и речь, что... Не, я случайно два раза нажал вниз и... И перекатить... На нас наехали бочки. Бочки. Грибочки. Нет, однозначно здесь жестче. Нет, пока вроде нормально. Пока что нормально. Ну, где персонажи? Мы должны пройти вперед. Аккуратно. Не получи бочкой по голове. Не упади. Я заметила поздно, что на бочке. Отойди, отойди. Ну я пытаюсь, но не сбивай меня. Не сбивай тебя, я из-за этого получаю по морде. Прикинь, я тоже. Мой. Спасибо, что два раза меня ударил, по голове меня добили. Не за что, не за что. Если в прошлых разах я тебя била, последний тебе этот раз ты мстишь мне по полной просто. Да. Там жизнь, если что. Да, тебе, по-моему, важнее сейчас, потому что у меня пока еще более-менее полная жизнь. Так, я постараюсь второй не брать. Да уйди ты. Ну давай, Бэтмен. Как лежало-то, а как лежало-то. Так, откуда они пришли? Уйди. Тебя покоробило. Ну я их... Ну, все-таки мне нравится. Когда они стоят, я скинула. А, вот этот я момент, кстати, почитал. Бить его надо. И тогда оно будет... Назад отъезжать. Да. Ты должна стенку бить. Или я должен стенку. Давай я буду бить стенку, а ты бей его. Да, у меня руки подлиннее. Я вот этот момент... Как сказать, не почитал, не узнал, короче. Посмотрел, мне, выяснил, подсказали. Мне друг подсказал, короче, этот момент. Да. Он как узнал, что мы будем играть в третью часть, он сказал, что, короче... Там будет стенка, да, там будет ковш. Да, ломить. Если вы не знаете вот этот прикол... Вас просто будет наезжать, да, на вас. Вы просто потеряете тут много жизни, короче. Да, а очень не хотелось, потому что мы так уже достаточно много жизни потеряли, да. У кого-то вообще уже первый континуум. У кого-то уже два континуума. В
будет два контента. Да, не последний. Мне осталось последние три жизни. Поэтому никак нельзя. А жизни у стен все больше и больше становится. Я вроде танкую. Да, правильно. Ой. О. Приехала все-таки. И что мы должны делать? Я не в курсе. О! Надеюсь, это так и было задумано. Это просто... Бочки? Бочки. Бочка, грибочки? Бочки. Я скинула! Я одну даму скинула сразу же. Будь аккуратней. Они нас тоже могут скинуть. Да, я в курсе. Кстати, по поводу еды. Я хочу есть. Да? Да, я только сейчас поняла, глядя на эту сочную курочку, что надо покушать. Так, ну я вот уже покушал. Так, ну давай я тоже съем. А зачем рано? Ну, а, мы будем на одном месте стоять, что ли? Это типа лифт, который должен вверх или вниз ехать. О! Этот лифт был же на... На всех уровнях, в принципе. Да, меня только... Меня держат, не отпускают. А, кнопку удара надо делать. Нажимаю. Да, это лифт. Только если до этого он просто он в замкнутом помещении был, сейчас он в открытом и можно падать. Ну там то. А, ну да, там были такие стены, штуки. Там были, да, стены. Но этот был уровень на шестом. На да, шестом. Да, а это только третий или четвертый? Это третий вроде. Ой! Бы. Только я... не упасть, только не упасть. Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но это... Да, но я знаю, что было... О! Прекрасно. Давай, кидай, я скидывай. Возьми жизнь, жизнь возьми. Я хотел взять жизни, но... Не сбивайте меня. Да, кстати, ну... Никогда не думала, что мне так понравятся битэмапы. Я в эти игры не играла раньше, на самом деле. Я играла в Марио, я играла в Батл Сити. DuckTales. Нет. С ножичком. Ай, меня сейчас скинут, я на краю встаю. Нет. Только не это. А, Dark Duck. Ну, черный плащ. Или как он, Black Duck. Я не понял, как он точно называется, но что-то подобное, да. Но в битэмапы я не играла раньше и не думала, что... Так забавно и смешно, да? Да, что это может быть настолько забавно, и что избиение врагов, да, настолько может быть интересно. Раньше мне казалось это как-то жутким, ой, неинтересным, это драки... Меня скинули. Уйди, уйди. Прыгни, да. Не забывай, ты когда меня или я тебя захватываю, прыжок делаю. Так, у меня две жизни осталось. Мне вот с ножичком подходит, ты вот пытаешься... О, как я скинула красиво. По-моему, здесь очень много их. Нормально. Пользуемся лифтом. Да. Так, электро. Что у нас с призами? Не появились? Нет, призы не появились, все отлично. Это замечательно. Так, к нам идут новые и соперники. Я это в бомбе. Это супер удар у тебя? Нет. Так, где вы? Выходите. Моя. Ты ее потряс так? А друг да ты потрясный мужчина! А друг деньги вернет. Они еще сверху стали падать. О, что за кипиш? Да, надо отобрать. Да что ж такое-то, ну... Какой-то босс очень сильный, не, который блок это ставит. Просто куча людей. Я хочу эту трубу, но пока не могу оторваться. Да? Я кого-то бью. Сейчас эту трубу заберут вообще. Я заберу им эту трубу. Это моя труба! Ой, кстати, наш... Я опять улетела, у меня осталась одна последняя жизнь. А, кстати, ты видишь этих людей? А, они... это те, которые были в трусинах? Да, они, короче, сходили в спортзал, наконец-то. Подкачались. Подкачались, да. Переоделись. И с новыми силами, и с новыми костюмами пришли к нам. Они, по-моему, даже волосы растили, да? Ну, вроде бы у них и так тоже было. Б-
Блядь, я не просто... Ой, я одного скинула. Фух, ребята, да, это... Эмоции, конечно. Надеюсь, не только у нас такие эмоции возникают в эту игру. Особенно те, кто играл раньше, наверное, понимают нас, как, насколько это сложно, а может быть и нет. Может быть, просто мы не привыкли. Чё-то мне кажется, чувак там подвис вообще. Нет, не подвис, я говорю, у него, он ставит блок. Ну тогда долби его палку. А палку... Блин. Так. Здесь должна быть еда. Так, еда, ну нам она... Ждём пока, да? А... Ну, а, то есть этой серии они такие жесткие были, что нам еда пригодится, что ли? Да, блин, вот они появились. Алекс. Да. Ну, Алекс, это наш вообще друг. Как а бы. Почему мы с ним деремся, если он наш друг? Ну, как тебе сказать? Ты же с друзьями иногда дерешься. Я нет. Так, ну, по-моему, он весь твой. Да, он весь мой. Нифига себе, я один раз по нему стукнул, и он сломал мою палочку. Вы представляете, какой он жесткий? И от него почему-то пыль какая-то отходит. Он весь пыльный. Очень весьма странно. Ух ты. Ничего. Он меня поймал, перекинул. Нехороший молодой человек. Почему я? Ну почему я? Почему ты девочек убиваешь? Ну, не стыдно тебе? Еще и снизу почти... Ой, он ого. Еще бегать научился. Чувак, я разозлился. Ты думаешь, ты такой это? Такой сильный и крутой. Мы тоже кое-что умеем, да? Да. Мне из колесики немного. Нифига он там это... Да, резал. Я говорю, он... И... У меня все, у меня там в жизни. Я умираю и все. Ну что такое? Ну почему? Ну девочек же нельзя бить. Так, давай, все, отходи, я сейчас буду это вот наковать. Так он на меня наоборот агрится. Ну ты отходи. А я что делаю? И перекаты вверх, вниз, вверх, вниз. Дядя, иди сюда. И все равно по мне попал, ну как так? Дядя, ты что-то это... О, дядя, так у меня нельзя... половина жизни осталась, я сейчас умру, по-моему. А почему два Алекса? Было и справа, и слева Алекса. Вот о том речь, что... И причем у него сначала первый раз жизнь уходит, а потом второй раз жизнь уходит. Ну это полоски жизни, это нормально. Ну почему с двух сторон было? А, может быть, мы типа его били? То я бью, то ты бьешь. Это мой робот. А, то есть Алекс это был не Алекс. А кто? Это робот был. На него похож. Да, ну вот, видишь, вы убили робота. Да, что он на него очень похож, да, но это был не он. То есть его хотели подставить, да? Да. И кто-то мистер Зен. Ну, это который был мистер Икс в начале. А, ух ты. У меня ноль жизней. Последний континуум. Ну вы терпите. Меня поймали. Я нажимаю на все кнопки, меня... Опа-на. Вот этой... Короче, тут тоже подсказка есть. Поезда. А, смотри, где трясется. А, и там будет вагонетка. И какие пути трясутся? Вот, видишь, да. А где... почему я вверх ушла? А, и не до конца вверх ушла, да? Так, и теперь... Вниз. А, меня... держит. Короче, я буду говорить. Да, ты говори, потому что... Жизнь, это моя жизнь, мне надо забрать жизнь, а! А, вверх. Меня поймали. Нажимай прыжок и удар. И ты тогда... Меня с мусором зажали, и, по-моему, это... Тебя должно еще... Все, я гейм-овер, ребят. Офигеть. Это то первая есть... игра, где я первая умерла. Обычно я одна остаюсь и дальше иду. Я немножко не дошла до этой еды, я видела ее, но я забрать не могла. То есть это получается, она игра реально жестче, чем... Я тебе говорю, что да. Или может... Не, ну... Несмотря на то, что
я уже немножко поднаучилась играть в такие игры, но все-таки это третья часть. Я умерла первой. Чайник? Ну, либо да, либо я совсем чайник. Либо реально жестче играю. Ну, есть третий, но это весьма сомнительный вариант, то, что ты научился играть. Да, потому что в первых двух вариантах ты умирал быстрее. Да. Но как ты умело обходишь эту вагонетку? Как ты успеваешь за ней следить? Мне подсказали. Нет, я... Нет, ты мне тоже подсказал. И я вижу, сейчас она будет снизу, да, нужно отходить. Еще успевать за ними следить, чтобы они тебя не схватили. Ну, могу сказать, что да, наверное, это очень интересная игра. Даже не наверное, точно. Для них тоже она может переехать. Да, да. Забавная. Не, знаешь, самая жесткая игра, в которую мы будем играть, и в принципе... Battletoads, да, это... Ты не на путях стоял, ты чуть ниже стоял, да. Я тоже говорю, что то ли баг, то ли это специально так сделано. Давай проверим. Видишь? Нормально. Тихо. Всё. Пацаны, тихо. Тебе порезали. Пацаны, тихо. Ты суперударом, да, идешь? Да. Мне сразу жизни уйдут. Да. Так вам и надо. Ну давай, держись. Жаль, что я могу только морально тебя поддержать. Но, к сожалению, пока только так. Я проиграла, да, и на сегодня, наверное, мы больше играть ни во что не будем. Мы постараемся как можно дальше... Ох, срано получил. Пройти, да, но мне... Что-то мне подсказывает, что все-таки и эту часть мы не сможем пройти. Знаю. Хотя... Мне кажется, ты вначале очень много урона просто получала. Ну, мы же запустили игру, нас ничего не отвлекало. Может быть, я слишком много брала на себя и твоих, и да, своих, да, да, пыталась да. бить. Плюс ты мне еще навалял немало, да. Да я чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, не чуть-чуть, но тем не менее, получила я, можно сказать, лещей. Лещей. Да, отойди, да. Ух ты, она встала. Блин, ну, все. Ой. Ты начинаешь разговаривать, я тебя начинаю слушать и... Я тебя отвлекаю, да. Да, и, да. И себя я отвлекала разговором, и тебя я отвлекаю. Вывод, надо поменьше разговаривать. Ну, я девочка. Мы любим пообщаться. Ну что-то сегодня у нас чат совсем молчит. Совсем молчит, да. Ну, Жаль. Суббота, воскресенье. Воскресенье сегодня, люди, наверное, люди отдыхают. Пьянок всех, да, там, пятница, суббота, все-таки. Может быть, они готовятся к понедельнику. День тяжелый. Стираются, отдыхают, гладят да. там вещи, подготавливают, да. Чаёк кто-то наводит. Чаёк пьёт с бутербродиками. Может, просто лежит на диване, наслаждается каким-нибудь фильмом. Кстати, сегодня интересный фильм по одному из каналов рекламировали. Человек-муравей. Человек-муравей? Да. Он вчера вечером шёл. А, значит, сегодня повтор должен быть? Да. Так, это что, босс? Нет, это стой не... наверху, пусть их... на них наезжает вагонетка. Так, я почему-то бить не могу. А, пока ты там стоишь, ты не можешь бить. Почему? Что за фигня? Почему я бить не могу? Сейчас проедет вагонетка, посмотришь, где... Раз, она запрыгнула. Выйди на пути и проверяй. Да. Видишь, ты можешь бить. Когда ты на путях, ты можешь бить. Ага. Но тебе нужно убегай. Ну, видишь, они... Ну, они тоже читеры вообще. Не, ну один не успел зацепиться, да. Они умеют... каким-то образом цепляться... Я умею цепляться? Нет, я не Нет, умею ты не умеешь. Это ж ниндзя. Ниндзя. Вверх, вверх, вверх. Я не тебе... Точнее, я тебе сказала, не им. Вот они. Они подслушивают жизнь. Оп. Молодцом. Так их. Вот, правильно. Давите их. Потому что, мне кажется, на одного тебя их очень много. Мне кажется,
то, что я умерла, это никак не влияет на количество монстров. Монстров людей. Ну, монстров... да, неправильно выразилось. Количество соперников. Уже так, они... Так, а этот как, одной рукой будет цепляться? Да. Видишь, прекрасно. Вообще, блин, имба. Они... Даже если бы у них было два меча, даже если бы у них нычаки были, они все равно зацепятся, потому что так устроена эта игра. Они даже, наверное, ногами цепляются. Да. Интересно, у них на ногах есть ногти для цепляния? Да. И у них очень длинный палец. Да. Ну, одному как-то уже не интересняк. Нет, ну, я играл, глянь, у одного своих соперников есть звездочка. Да. Ой, я подумал, Росомаха прилетела. А что? Нет, это не, это у тебя есть звездочка. А, то есть я шефом полиции стал? Ну, да, мы ж убили Алекса, там что-то разговаривали с шефом, да, и, наверное, тебе дали звездочку. Ну, да. Вау, вау. Да. Вау, 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 тихо, пацаны. Насколько... А, у тебя еще целый контейнер есть? Что, пацаны? Жесть. Рубите всех, да? Да, блин. Жесть. Я говорю, эта игра... Убегай. Тихо, убегай. Тихо. Эта часть, она еще более жесткая. Наверное, создатели этой игры решили, что слишком легко... Что нужно как-то усложнить. И действительно они усложнили. Во-первых, соперники стали... Ну, опять-таки, это мое мнение. Но мне кажется, что они стали сильнее. Они стали изощреннее. Добавились какие-то эффекты, какие-то катающиеся вагонетки. Они стали цепляться, чем-то стреляться, кидаться, я не знаю. Конечно, мотоциклисты были и во второй части. Да, но тут даже их вообще не было заметно. Были, они были, нет, но они мы были, уже но научились такие... от них даже не прятаться, были. Скажем так. Ну да, здесь достаточно быстро мы их прошли. Мы практически их не заметили, да. Может, их немножко ослабили. Но... Достаточно все равно интересно. Интересно, сложно. А. Меч положь. Это моя. По-моему, он все сбьет. Это моя прелесть, хотела сказать. Только взял. Так. Тяжело. Ой, что летает. Кто это? Глянь, кто ходит спрятанный. Мазафака какая-то. Это, что это? Это боссы, наверное, с которыми ты будешь драться. Почему их трое? Причем двое наблюдают, один дерется. Круто, да. Вообще прям. Молодцы. Пацаны, блин. Ну, надеюсь, они не умеют стрелять ничем. Зато они умеют исчезать. Круто. Они телепортируются. Круто. И очень сильно бьют. Но зато они будут агриться только на оп, тебя. Жизни. Так, отлично. Сзади сейчас появится. Да. Так, я понял. Надо понаблюдать за их тенью. А, стреляются, да. Может быть, как-то можно проследить их телепортацию. Нет, вообще ничего не видно. Но, наверное, они промахнулся. Перемещаются на противоположную сторону, по диагонали. Ну пока все нормально. Пока все нормально. Да, пока у тебя все хорошо получается. Да. Ага, блин. Самое интересное, что ты убежишь одного, будет следующий, мне кажется. Или даже сразу двое. Ой. Все получил, все получил. И даже тебе разрезало. Сейчас сзади. Офигеть, да? Чувак. И главное, не сбежишь. Так. Ну, кстати, этого босса не было. Точно не было. Это новый. Ах, да, это... С телепортацией.
Я даже не могу ни с кем сравнить из предыдущих частей. Это, по-моему, абсолютно новый. Мне не нравится, что он что-то... Ну, у него осталось немного жизней, на самом деле. Ты его почти уже убил. Ты его поймал, но к жизни, кстати, не очень много снялось. Да. Он очень сильный. У него очень много ХП. МП. ХП, МП и БМ. БМ. Ну, да. Те, кто играет в игры, они понимают, о чем это речь. Я вот не понимаю. А, ну он же туда должен был идти. Не все так предсказуемо, как на самом, как кажется сначала. Так, у него остался 7 миллиметр жизни. Давай, потряс ты его напоследок. Смотри, еще не. Не, пацаны, хоры. А потом вы босс, который сидит по центру, да? Я так почему-то и думал, но я предполагала, что они выйдут вдвоем. Но они решили по очереди. Ох ты, они... Боже, что происходит? Я не могу на это смотреть, они раздваиваются. Что это было сейчас? Что... У меня глаза на лоб полезли, блин. О том речь, что происходит? Что это за роботы такие, которые раздваиваются, телепортируются, блин, расстраиваются? Они... Да. Так, все, не отвлекай. Я постараюсь помолчать. Не отвлекаюсь, не отвлекаюсь, не отвлекаюсь. В принципе, наверное, как-то их можно побыстрее было бить. Наверное, если бы мы были вдвоем, было бы проще, конечно. Но не уверена. Я бы отвлекала, он бы только туда-сюда мельтешил. Кто бы хотел. Они по диагонали что так прыгают. Так, ну в принципе я понял, как бы. Их стратегию? Да. В принципе, не сложно. Если второй раз я бы играл. Да. Ну, в принципе, да, понятно. Ну попробуй. Вот пока вроде кажется понятно, но. Пока вроде все понятно. Его надо вообще захватить. Ну, подойти. И, да, и ударить в этот момент. Единственное, я не понимаю, пока что вот этот момент, что делать. Они по диагонали начинают друг с другом соединяться. Понятно, что по диагонали, так. В какой момент? Что этот умеет? Я вот так умею. Он умеет очень быстро бегать. Он умеет быстро это. Окей. Так, что еще? Все-таки это, наверное, босс, главарь. Он исчезает. Круто. Так, отлично. Он стреляет, он быстро бегает. Он также крутится. Так, харе, чувак. Харе, но харе. Он кидает по 3 сюрикена. Да. Он еще прыгает. Тихо, да, режет. Вот это мне больше всего как бы не нравится. Так. Не надо было двигаться. Так, у тебя нет жизни. Так, ну мне хватит, по идее. Должно хватить. Тебе говорит, ты убил? Да. Так, тихо. Мы долго и... А, как-то... Ребят, подскажите, как действовать? Может, кто-то уже смог, глядя на игру, разработать стратегию борьбы с этим боссом? Да. Так. Всё, так. Это понятно, что тут я его могу поймать. На этом моменте? Да, где еще могу его поймать? Наверное, вот... Нет, когда он становится... Ломиться, короче. Да. Так. А, нихера, не успеваю ломиться. Сейчас буду стрелять. Я даже не знаю, куда я прятался в этот момент. Вверх, вниз, он... Так. Давай, у него осталось... Ага. Хитрое жо... Не попал по нему, по-моему. Ах! Нервишки-то сдают уже. Да. Так, последний континуум. Ну давай, пробуй. Селект Алексон, может. Хочешь мелким.
Алексом, давай Алексом. Давай Алексом попробуем. Да. Что он умеет? Понятно. Может, зря ты сменил героя. Надо было продолжать тем же играть. Ну что, у нас 4 жизни. И я надеюсь, что мы все-таки сможем его победить. Да, ну... Хорошо, я уже высказал свое мнение насчет этой игры. Так, смотри, вот этот ловит, короче, его в этот момент. У меня жизни уходит в этот момент. Ну, так что это нормально. Ну, да, это, наверное, супер удар. О, я его ловлю. Так, у него осталось миллиметр жизни, давай. Так. Ай, да, немножко да, не дотянули я... руки. Я думал, как раз прыгать будет. Ай, сюрикенами. Давай, уж чуть-чуть. Буквально пару ударчиков осталось, и он будет мертв. Так, 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 чувак. Бей. Ай. Он, как он так, еще и отошел, блин. Так, мне кажется, я это... Давай, Я, мне кажется, я расслабляюсь. Так. Реально расслабился. Давай. Отлично. Фух, бля, я не знаю. Ну, это жестко, жестко. Жестко, реально жестко. Я же говорю. Усложнили. Четко. А, фу, я уже спугался. Я тоже подумал, что... Так, вон двери. И это был 104 уровень. Да, ребят, ну, смотрите сами. Но... Кто любит пожестче, да, играть? Пожестче. Нет, игру, ну, в смысле, не легко проходимую. Но даже, кстати, я напомню, что мы играем на изи. Это даже не нормал. Спалилось. Мы же на харде играем. Нет, ну, я не буду обманывать наших... как выразиться? Коллег. Коллег, да. Те, кому также нравятся эти игры, я говорю о том, что мы чайнички, что мы сами... Кто-то первый раз, кто-то давно не играл, но... В плане того, что у нас нет этого скилла игры, ну, в данные игры, да и вообще в такие игры, если мы играли в них, это было очень давно, поэтому мы проходим, пытаемся пройти их на изи, то ли мы так... Просто... Это переход на следующий уровень был. Мы играем на изи, знаю, чтобы как это... можно дальше показать эту игру, показать прорисовку. Но мне кажется, просто хотя бы что-то показать. Хотя бы что-то показать, потому что на хард, мне кажется, о, это попытка, это жизнь, по-моему, золото. Нет? Вот она жизнь, только я ее не возьму. Ты ушел далеко от нее, да? Ну что за... День. Чувак, да отстань ты от меня, тот, блин. Дай это жизнь. Это Чиба. Чиба, 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 Чиба. Из Чебоксара. Чибочка, первая. Чибочка. Улыбочку. Это как фейл, так фейл может просто быть? Я вообще не понял, куда-то я провалился. Перешел на золото. Тихо, 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 пацаны, пацаны, тихо. Это не очень крепкие эти пацаны, да. Это даже ниндзя, которые... Ниндзя, которые меня убивают. Да, яблочко зря ты съел, тебе при полной жизни, да. Видел. Как ты их троих одновременно, ну... Ребят, если вы нас сейчас смотрите или пересматриваете видео, со стороны кажется, что действительно мы чайники, но мы это не отрицаем. Но на самом деле, если вы сами запустите эту игру и попробуете ее пройти, может быть, вы будете играть лучше. Но таких будет единицы. На самом деле, действительно, это... Не факт, Оксан, не факт. Ты думаешь, настолько мы чайники? Мне кажется, вот ребята, которые вот давно играют в ретро-игры, короче, мне кажется, прям сейчас нет, они упали со смеху, короче, это... да. Типа, блин, очень, очень сложная игра. Нет, на самом да, деле... Да, наверное, да, они смеются над нами сейчас. Игра на самом деле, ну,
Могу сказать, если это на уровне среднестатистического игрока, который, в принципе, просто взял приставку, воткнул вот этот картридж и решил поиграть, то игра, в принципе, на первое время будет казаться сложной. Вот, я о том и говорю, что для тех... Практика, и я думаю, блин, можно ее пройти спокойно и даже... Я имею в виду, что... Не так много людей сейчас играет в ретро-игры. На самом деле, к сожалению, это прекрасные игры. У нас все меньше и меньше становится. Да, они очень интересны. Да, сейчас есть красочные 3D... Да, 3D-игры, да, то есть ты ходишь, там все по-настоящему сложно отличить нарисованного от ненарисованного, да, то есть иногда кажется, что настоящие люди, лица, действия, то есть настолько все красиво, но... Тем не менее, эти игры, они в свое время заняли место в сердцах людей, да, и до сих пор занимают у многих. И очень... Не было бы вот этих игр, не было бы... Современных игр, да, на основе этих игр создавалось. Что-то придумали постоянно новое, удары, суперудары, двигаться вверх, вниз... То есть, как бы, да, вот эти все эти моменты, лифты, движущиеся, я не знаю, как... То есть, все пришло, вышло отсюда. Ты знала, что вот это все спрайты, так называемые? Что это? Ну, это множество картинок. Нарисовано множество маленьких картинок, которые, как бы, ну... Как мозаика собирается? Да, как мозаика собирается. Нет, я не знала. Потому что места на картридже, ну, по крайней мере, той сеньки было очень мало, и эти картинки невозможно было поместить, да. Ну, то есть, хороший вариант, ну, не вариант... Это единственное решение, наверное, был этот момент. Да, да, ну, по-другому просто их нельзя было поместить, я не знаю, хоть... Нет! Блин, я сделал... Он на тебя упал. Глупость сделал. Бывает? Да. Блин, не могу разговаривать и играть одновременно. Да, это очень сложно, это отвлекает. У меня маленький процессор. Ты немного задач. Я немного задач. У тебя MS-DOS? У меня, походу, полный DOS. Да. Фу. Тяжело. Тяжело, да, конечно. Тяжело. И, кстати, ты очень далеко уже один прошел без я меня. Я более-менее, ну, стараюсь снимать, но как-то все это подходить дело. Да, я стараюсь тебя не отвлекать. Есть там жизнь, да, жизнь. Все, потому что были вдвоем, было две жизни. А, мне кажется, там была какая-то шляпа. Глянь, они... Это пост тизеров, я не знаю, как это называть. Не, ну, полуголые мужчины. Не, слава богу, в этой части они одели штаны. До этого они вообще ходили в плавках. Ну, вы уже, наверное, ребят, помните, да, как они выглядели в первых, вторых частях. Я помню их не лицо, когда они меня брали за шкирку. Да, и каково же было выражение их лица? Примерно то же, когда я их брал за шкирку. Ну, конечно, попробуй подними. Ты как ты его положил-то, а? Нет. Уложил на спину. Ты видел, как он ногами бьет? Отойдите, отойдите, да. Знаешь, как балерина. Кстати, мой батя вышел из балета, пришел сюда из балета, да. Ну да, набирали людей, да? Да. А это его лосины, да? Балетные. Мне интересно, откуда вышли эти панки? Ну там, до первого звонка. Перерыв. Кстати, у него на штанах шипы, по-моему. Да, очень похож на то. Что-то он запрятался. Видишь, ты его не можешь удать. Это стоит.
так, чувак, харе. Ну давай, столько ты уже убил. Это Фабио. Его зовут Фабио. Если что. Обращайся, пожалуйста, к нему по имени. Фабио, мне нравится. Какое ваше у вас плие, да? А вы можете шпагат в прыжке делать? Ну ты так грубо с ним. Как могу, прям. Как могу. Прям от, ну, ты... от души. Прям. От души, брат, да. О-о, тихо, тихо, тихо. Пацаны, пацаны, пацаны. Биту только не пишите. Это моя бита, да? Блин, а еще и блоки умеют ставить. Может быть, мы тоже умеем ставить блоки, кстати говоря, может мы... Я не в курсе. Тихо, эй, тихо, тихо. Как ты им подсечку-то сделал, а? Прям реально безболезненно. Бля, сверху, откуда он сверху-то? Леонардо. Еще Леонардо взял. Леонардо, Фабио. Света, приличные люди. Ведут себя как обезьяна. Честное слово. Почему нельзя решить это мирным путем? Так его. И по голове битой. Да. Нефиг меня брать было. Не трогай меня. Все, встречаю, пацаны. Камон, камон, камон. Они сверху, они... Я думаю, они будут вот эти двери, они сверху выходят. Так, они опять за нож схватились. Да харе! Сколько я зарезал, сколько перерезал. Да, чё ты их... Я ж говорю, ты смотришь, что меня вообще противнее. Но они на то прямое, их можно... Нет, они поискосок, это скосок тоже делают. Ну, вот я сейчас заметила. О! О, твои любимые дамы! Ти-дин-ти-дин. Тин-тин. Они тебе поклонялись. Я их люблю. Ты их ставишь на колени, Фром. Ты что с ней сделал? А что, не, ну а что? Ну, кстати, у них очень красивые сапоги. Ботфорты, я бы сказал. А мне красненькие. Синих. Или это у них туфли? Ботфорд. Ботфорд. Да, ну, по крайней мере, до колен. А когда она лежит, мне кажется, это туфли и чулки. Чулки? Да, или это вообще у них юбка. Да, чулки, юбка и туфли. Совершенно верно. Сверхкожаные. Да. Ох ты. Какой ты. А они могут подбирать ножички и палочки? Да. Так же мало, да? Фу. Тяжело. А ты сказал, что будет легко. Интересно, сколько здесь всего уровней? 6, 7, так, 8. Так, как в предыдущих частях? Да, мне кажется, да. Они далеко не стали, как говорится. Потому что мы уже достаточно долго играем. И мы прошли только до 4 уровня. Да, мне вряд ли они добавили дополнительно, наверное, 6-7, не более. Да. Потому что объем игры, наверное, значит, не поместился игра. Нет, поместился. Батл Тотс там вообще сколько всего. Там они не только дерутся, но они там и на катаются на чем-то. У нас опять сыт. Нас опять гасят. Ну нас что происходит? Гасит, да. Я вот не понимаю, ну, получается, где-то час. По 2 часа, я бы сказала, 2 часа. Да. Уже почти 8. 2 часа нам хватает света. Но... Нет, мне не нравится. Второй еще пока горит. Но скоро не будет видно. Да, у тебя и последняя жизнь осталась, собственно. Так что нас говорят, что скоро гейм овер. Нас потихонечку... Стоит красиво, а? Может, она потеряла сережку? Ну, нет, видишь, у нее все-таки туфли. У этой барышни прямо видно, что туфли. Да.
9 этаж. Босс! Вот твою он, же мистер... мать! Мистер Икс. Угу. Бля. Устал? Устал. Тяжело? Да. Но ты должен его убить. У нас, знаешь, как три игры, да? Три раза мы его видели и... И главное, правильно выбери. Чё выбери? Это было в первой части только. А теперь выбора здесь не дается. Ой, нас погасило. Ну что ж. Нас погасило. Да. Все, мы опять сидим без света. Ужас. У нас как... Нет, у нас все хорошо не бывает. Да. Мне кажется, надо со светом что-то придумывать, короче. Да. Реально. Потому что это не дело. Это уже не дело. Но зато у нас не было с ней фризов. Фризов не было. Нет, вначале были, но мы с ними справились. Но сейчас мы мельтешим просто. Это ужасно. Да. У меня нету больше континиума. Я о том и речь говорю, что нас сначала один фонарь погасили. У тебя стало меньше жизни. Я тебя отвлекла, да? И у тебя осталось... Немножко жизней. Такие Ой, барышни. Видите, квадратики? Да, я же говорю, все мельтешит. Ай, ты куда? Ты Ой, это еще меньше жизни осталось. Давай, держись. Покушать, почему... Все. Это конец. Но мы его зато увидели. Мы третий раз с ним поздоровались, можно так сказать. Да, ну... И мы даже... Но мы его не прошли. Мы не... А, нет, смотри, я занял третье место. А я девятое. Девятое, да. Блин, третья часть, на удивление, показала с самого начала реально чуть легче, как-то медленнее. Но на самом деле я был неправ. Она вот как вторая часть вот пошла прям по нарастающей. Да. Да, в первой части было именно вот как-то ровно идешь, и в принципе, кроме некоторых боссов, напрягов не было. Ну, да, ну тут, здесь, конечно, да. Одни гимнастки чего стоили, столько жизни из меня выбили. Ты посмотри на себя. Я вижу, что я становлюсь очень ужасная, прямо... Нет, все твои очертания, да, короче? Да, ребята, видимо, на этой ноте мы сегодня заканчиваем наш стрим. Да, всем спасибо, кто нас смотрит. Будем играть дальше. Кстати, вопрос. Как вы думаете, во что мы будем играть? У вас есть два путя. Или предлагайте во что играть, или угадайте во что мы будем играть. Сложно, да? Очень сложно. Это очень сложно. Игр очень много. Давайте так, напишите во что мы будем играть в понедельник. Во что бы вы хотели, чтобы мы сыграли? Можно и так. Да? Давай. Так пишите, во что бы вы хотели бы, чтобы мы поиграли. Да. И мы покажем вам эту игрушку. Она сегодня... Не уверен, что мы, конечно, ее опять пройдем. Ну, по крайней мере, попробуем. Да, посмотрим. Расскажу свои ощущения, да. И, может быть, даже кого-то заинтересуем. И кто-то, кроме нас, еще начнет играть в эти игры, которых затянет, да. А на сегодня все. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Пока.